В МУП «Водоканал», который, согласно решению суда, с 1 сентября отвечает за водоснабжение и водоотведение курорта, разъяснили, имеет место быть попытка введения жителей Сочи в заблуждение. В сентябре 2017 года водоснабжение и водоотведение на территории города Сочи осуществлял МУП города Сочи «Водоканал», а не ООО «Сочи Водоканал». В квитанции прям указано, что за сентябрь 2017 года, а также указаны показания счетчиков на 7 сентября 2017 года. Каким образом они собираются, после чего они даже людям разъясняют, что они будут взыскивать в судебном порядке. Каким образом, ну, мне пока непонятно, поскольку они никакого отношения в сентябре к системам водоотведения, водоснабжения не имеют. В любом случае, в сентябре ООО «Сочи Водоканал» не оказывал жителям Сочи никаких услуг по водоснабжению и водоотведению и не имеет права требовать с них за это ни одной копейки. Таким образом, со стороны ООО «Сочи Водоканал» имеет место факт намеренного введения абонентов города Сочи в заблуждение с целью незаконного получения прибыли. Соответствующее заявление об этом грубом нарушении законодательства Российской Федерации направлено МУП города Сочи Водоканал в прокуратуру и УВД города Сочи.